Сегодня расскажу, как мы с собаками спасались от 40-градусной жары в прошлом году. Кошек, пошли гулять, точнее домой, ой, наверх. Было очень жарко, и мы с мамой, когда следили за ними, хозяева уехали куда-то в отпуск, и мама оставалась вместе со мной, с собаками. Мы следили за ними и укрывали их влажным полотенчиком, чтобы им было попрохладнее, и они лежали, прямо не шелохнулись. Животик тоже смочим. Вот так. Вот так мы спасаемся от жары. Красотуля. Будешь у нас арабская девчина. Арабская. Арабская девушка. Пината. Пинати, как хорошо. Как хорошо. Счастье-то какое, в холодненьком полотенчике полежать. Вот так вот мы спасаемся от жары. Вот так вот мы от жары спасаемся. Потому что некоторые там вот так вот дышат. Еле-еле. Еле-еле выживают там. Ха-ха-ха-ха. Да, Пепита? Тяжело тебе? А? Тяжело? Жарко. Жарко, 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 мальчик. Ну, а для того, чтобы им не было так жарко, конечно, надо было состригать их шерсть, что я, в принципе, и делала каждое лето, когда хозяева уезжали на море, я оставалась с ними, хозяева приезжали, и собаки были полностью ухоженные и подстриженные. Вот как мы это делали. Сейчас мы с кошечкой будем делать ей прическу. Да, кошек? Будем стричься. Моя девочка маленькая. Легай. Ложись. Вот так. Так, смотрим, что у нас тут. Ой, сколько волосиков нам надо снять. И пенат тут у нас. Пенатка смотрит. Итак. Кошечке хвостик, попку подстрижу. Немножечко, да? На мордочке ушки. На мордочке пенат сюда иди. Да, вот так. И вот эту шеечку. И будет у нас кошечка красивая-красивая. Да, пенат? Да? Будем стричься. А там кто у нас? Там Пеппа кушает. Пеппа там кушает у нас. Пенат, иди сюда. Давай-давай-давай, прыгай-прыгай. Опа! И кошечку сейчас мы будем стричь. Да? Ну вот, мы и закончили нашу стрижечку. Как кошечка у нас поживает? Нравится клиенту? Нравится клиенту стрижка? Она любит слово чики-чики, да? Вот так вот, чики. Ну, как клиент у нас поживает? А? Давай посмотрим. Ой, какая у нас кошечка. Ой, какая красивая. Весь животик подстрижен. Спинка подстрижена. Нравится кошечке ее новая стрижка? А? Как кошечка чувствует себя? Хорошо подстригла Настя кошу? Моя девочка, моя красавица. Вся в шоке такая. Кошечка у меня. Да? Да. Моя девочка, моя куколка. Все, ай. Окей, все. Ну что, Пенат, будем тебе чики-чики делать, а? Или Пеппи? Кому мы будем чики-чики делать? Ну-ка покажи. Пенат, попалась. Вот эту шерстку мы тебе отрежем, да, чуть-чуть? Вот и закончили мы с Пенаткой. Пенатке мы подрезали животик. И спинку. Покажи, Пенат, спинку. Как мы спинку ей подрезали? Вот, тут у нас больше ничего не осталось такого лишнего, ни на жопке тоже ничего лишнего не осталось, да? Да? Да. Все, молодец. Что мы делаем с Пеппи? Пеппа у нас стричься боится. Ой, как боится. Вот, поэтому мы ему немножечко, так скажем, чики-чики, чуть-чуть подстрижем, да, Пеппита? Чуть-чуть подстрижем вот на шейке, чтобы она у нас не чесалась. Ну и какие-то вот тут у него
Хвостик у нас хороший. Чуть-чуть подстрижемся, да? Да, Пепито. Итак, Пепочку мы немножечко подстригли вот тут вот на шейке. Получилось не очень хорошо. Но он так боится, что прямо не знает, что и делать. Да, Пепито? Он меня любит. А я его люблю моего мальчика маленького. Зато мы подрезали вот тут пысечку. Все, что нам не нужно, мы отрезали. А это пусть будет так, да? Мой котенок. Мой зайчонок. Давай, иди. Вот так. Все, мы любим лежать с мамкой рядышком. Мамка нас любит.